Мур, привет, друг, это Зверько, и рубрика зрительских симпатий «Багульня». Клеймера. Если ты где-то уже на других каналах что-то видел, мне все равно, я не могу мониторить кучу каналов. Итак, поехали. Ханза и Дигги. Как всегда, беда с возвратом Ханза. Когда Ханза в форме демона ловит второй навык Дигги и нажимает возврат к телу, то не дух возвращается к телу, а тело к Дигги. Благодаря такому количеству багов Ханза не очень востребован, да еще и проблемы с пушем. Ладно, хоть исправили такой баг с Хуфрой. Зато, зная все баги на Ханза, научишься их избегать. Ван-Ван. Ульта по двоим от Ван-Ван. Увидел в бою и смог повторить Зеро. Суть такова. Сбиваешь с одной цели все метки и ультуешь, после чего отдаляешься от цели и тут же возвращаешься. И тогда Ван-Ван начинает атаковать несколько целей. С обновления 1.4.36 можно будет легально атаковать ультой несколько целей, если сбить с них метки. Но не сообщалось о исправлении этого бага. Это поможет в массовых боях, если баг не пофиксит. Эсмеральда и Иксборг. Этот баг прислало несколько игроков. Даже скорее описание, чем какой-то пример. Так вот, когда ХП у Иксборга остается мало, а Эсмеральда, не вытягивая щит, продолжает наносить урон, кажется, будто лишь за счет щита живет Иксборг. Но нет, благодаря визуальному багу, ХП просто заменяется щитом. После того, как щит заканчивается, Иксборг жив-здоров и видно ХП. Напоследок, просто полезная информация про лесной топор. В зависимости от ситуации и героя, стоит развивать лесной предмет. Для этого нужно в уме подсчитывать, сколько лесных мобов ты убил. И, если они тебе легко достаются, выбирай развитие героя. Мне, например, на бойцах больше нравится топор. И вот почему. Мачете в полном стаке дает 75 атаки и 15% физического проникновения. В то время как топор даже второго тира дает 30 физической и 30 магической защиты. Это уже 60 единиц профита. У нас большинство защитных предметов дают меньше. А в полном стаке топор дает аж 65 физической и 65 магической защиты. Если разделить по видам, это 130 защиты в сумме. Притом редко в одном бою противники только физики или только маги. Поэтому топор очень помогает. Выживаемость равняется урон, если, конечно, у тебя нет идеального защитника в пати. Ну а скоро гайд на Сильвану. Не забудь подписаться на канал. Удачи, друг!